Лесные пожары вернулись в Ивановскую область. Утром 23 августа диспетчером МЧС поступила информация о возгорании на территории массива Савинского района в населенном пункте Крапивного. На месте работали 24 человека и 6 единиц техники. По данным управления МЧС, жертв нет. К полудню пожар был локализован. Органами внутренних дел проводится доследственная проверка. Официальных версий возникновения ЧП на данный момент нет. Не исключено, что это был поджог. Сегодня в 10:05 в оперативно-дежурную смену СКУ СУК с Главного управления МЧС России по Ивановской области, а диспетчера Комитета Ивановской области по лесному хозяйству поступило сообщение о том, что в ходе наземного патрулирования около населенного пункта Крапивное Савинского района обнаружен очаг лесного пожара площадью на 5 гектаров.